Департамент опеки, попечительства и соцподдержки напоминает, что учителя, работающие в муниципальных общеобразовательных организациях, могут оформить ежемесячную компенсацию за аренду жилья. Новые меры поддержки, разработанные администрацией Самары, позволят привлечь молодых педагогов в образовательные организации областного центра. Компенсационные выплаты носят заявительный характер и предоставляются в размере фактически внесенной учителем платы за наем жилого помещения за месяц, но не более 12 тысяч рублей. Для оформления выплаты зарегистрированным в Самаре учителям можно обратиться в любой офис МФЦ или районный отдел по предоставлению мер социальной поддержки населения. Ждем мам в бизнесе, сообщает телеграм-канал администрации Ленинского района Самары. В Самарской области продолжается прием заявок на специальную образовательную программу для мам с детьми, которые хотят начать свое дело или уже стали предпринимателями. Подайте заявку до 15 августа, пройдите обучающий интенсив и представьте свой проект перед экспертным жюри. Победительница получит 100 тысяч рублей на развитие своего бизнеса и сможет побороться за 1 миллион рублей в федеральном этапе программы «Мама-предприниматель-2024». Сегодня состоялось заседание административной комиссии Красноглинского внутригородского района городского округа Самара, сообщает районная администрация в телеграм-канале. Было рассмотрено 15 протоколов об административных правонарушениях. Они касались размещения транспортных средств на газоне и нарушения закона о тишине. Выписаны штрафы.